В Оренбурге полицейские задержали голого бегуна по улице Туркестанской. В дежурную часть полиции позвонила оренбурженка и сообщила о голом мужчине. По словам женщины, он бегал нагишом по улице и пугал своим видом прохожих. Стражи порядка задержали не совсем адекватного гражданина. Его позже передали врачам, которые решили отправить бегуна в соответствующее лечебное учреждение. По данному факту собран материал проверки. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение. Ты что делаешь? Давай! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.